Всем привет, дорогие друзья! И сегодня у меня для вас офигенный мод в Майнкрафт, который кардинальным образом поменяет весь мир Майнкрафта. Но это как бы не революция в игре Майнкрафта и так далее. Нет, он просто реально поменяет вашу игру, ваше выживание, ваше прохождение. Мод называется Линолеум. И он добавляет новые биомы, которые можно назвать даже новыми мирами в вашем обычном Майнкрафте. В моих руках как раз таки находятся предметы из этих биомов. Вот у нас есть здесь вкладочка Linoleum Mod Tools. И описывается этот мод следующим образом. Зараженные вирусом Эндера существа прорываются в наш мир. И вот один из биомов, какой-то вот синий такой лес. Здесь вы можете наблюдать другие блоки земли, травы, деревьев. Также здесь есть новые мобы, да. Сейчас, если я сумею увидеть хоть одного, я вам его покажу. Это эндермены с пушками. Вот, кто бы, как говорится, придумал, а вот кто-то додумался. Блин, найти бы его сейчас. Сейчас бы мне его найти. Где ты? Я иду за тобою. Странно. Странно, что его нет. В яйцах призыва я, скорее всего, тоже его не найду. Можно, конечно, попробовать. Так, яйцо. Спускаемся в самый низ. И видим, что тут обычные яйца. Возможно, вверху. Нет, нет. Нет здесь ничего такого. К сожалению, существ из этого мира призвать нельзя. Ну, как и из других миров. К сожалению, эндермена с пушкой также показать не удалось. Но, я вас уверяю, он здесь есть. Пушка у него, кстати, вот такая. Линолеум ган, левел 1. Вот такую вот стрелу выпускает. По-моему, такая пушка. А может, она... Может, она другая. Я даже, если честно, затрудняюсь сказать. Просто когда тестировал этот мод специально для того, чтобы показать его вам, заметил этого эндермена. И, ну, учитывая то, что это этот эндермен, он от меня скрылся. Также здесь есть другие биомы, да, которые, вот, мне бы вам их показать, да, а вот где они, я даже предположить не могу. Мы можем, конечно, использовать консольную команду locate, не так это делается, locate, и вот здесь вот посмотреть, что где находится, но не думаю, что здесь у меня что-нибудь получится, потому что я не знаю, как называются новые локации, новые биомы. Так, единственное, что я знаю, это мне нужно поменять день на ночь. Ночь на день. Time set day. Вот так вот, отлично. Также появляются, помимо новых биомов, новые постройки вот такого вот типа. Замки вот такие, или крепости, фиг их знает, как назвать. В общем, здесь внутри у нас иногда спавнятся какие-то существа. Вот, кстати, спавн с ними. Это вот зараженные вирусом Эндера существа. Здесь мы находим пластинки, кафедры, ну и различные ходы, проходы, этажи. Так, ну и, возможно, нам сейчас посчастливится, мы увидим здешних обитателей. Так, где-то что-то рычит, фырчит, мурчит. Но я это... А, вот. Это вот зараженный вирусом волчара у нас. Вот как-то так. Другие локации, другие биомы. Кстати, вот смотрите, этим уже заражены свиньи. Они все этим заражаются. Другие локации, другие биомы и все прочее, прочее вы сможете найти самостоятельно, скачав мод по ссылочке в описании. Также, если я в чем-то ошибся, описывая этот мод, жду ваших комментариев под этим видео.
Также жду, что вы подпишитесь на канал, жмакните на колокольчик, поставите лайк этому видосу и напишите свой комментарий. У меня на этом все, дорогие друзья. Пока-пока.